Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как записать в процентах десятичные дроби. Итак, давайте рассмотрим следующий пример. Итак, 0,87. Процент – это сотая часть числа. 87. Значит, мы имеем 87%. Еще один пример. 0,07. 0,07, если в обычных дробях. Значит, получаем 7%. Далее. 1,45. Это 1,45 в виде дроби, и мы получаем 145%. Ну, кому немножко непонятен вот этот момент, давайте рассмотрим еще на одном примере. 2,22. 2,22. Переводим в неправильную дробь. 2 умножить на 100 – это 200. И прибавить 22 – 222. Это 222%. То есть, что мы видим с вами? И то, что стоит вверху, это и будут наши проценты. Далее. Давайте рассмотрим следующую вещь. 0,907. Значит, 907. Но у нас с вами может быть только в знаменателе 100. Значит, что в этом случае получается? Что вот эти цифры у нас с вами как бы лишние. Значит, процентов будет 90, и после запятой мы ставим 0,7%. Еще раз. 2,962. 2,962. Переводим в неправильную дробь, получаем 2,962. Теперь давайте посмотрим, как мы переводим. Мы 2 умножаем на 1000, это 2000, и прибавляем 962. 2,962. Мы знаем, что процент – это сотая часть числа. То есть вот эти две как бы лишние у нас. Получаем 296,2%. То есть последняя цифра идет за запятой. Спасибо за внимание.